Кинотеатр «Горняк» запустил проект «Киноньюз». Это еженедельная рубрика, в которой показывают трейлеры новых фильмов и рассказывают о них. По словам организаторов, проект оказался востребованным. Магаданцам теперь не нужно искать информацию о фильме. Достаточно лишь посмотреть такой анонс. Подготовка одного выпуска «Киноньюз» занимает около 12 часов. Нужно найти материал, написать сценарий, а потом все смонтировать. По мнению специалистов, самое сложное в этом процессе – делать рубрику постоянно. Сотрудники кинотеатра «Горняк» приглашают магаданцев поучаствовать в проекте. Если вы занимаетесь чем-то интересным и хотите попробовать себя в роли блогера, то, пожалуйста, приходите в кинотеатр «Горняк». Мы чем сможем, тем поможем и дадим вам возможность реализовать свои идеи. Посмотреть эту рубрику можно в инстаграм-аккаунте кинотеатра «Киномагадан». Работники «Горняка» планируют расширять формат. Одна из таких идей – объяснение концовки фильма. Есть кинокартины, финал которых остается открытым или непонятным для зрителя. И о концовке таких фильмов можно и нужно рассказывать, чтобы после просмотра не осталось ощущения незавершенности.